Зимой 2016 года нигерийский нападающий Хенти перешел из Словенской Олимпии в московский локомотив. У партнеров по команде буквально в первый же месяц сложилось прекрасное впечатление об атлетичном Эзекиле, который показался им круче их самих. Перед переездом футболисту говорили, что в России некомфортно и пугали холодным климатом, но нигериец сразу же после приезда опроверг предрассудки. Ему здесь реально нравится, и ни одной негативной мысли о России у него нет. Даже российскую полицию он написал как вежливую и с хорошим юмором. Но по итогам года за 17 матчей Азекиль забил всего лишь один гол, и тот с пенальти. Слабовато для форварда за 5 миллионов евро. Хенти быстро сдали в аренду, а затем с трудом продали. Настоящая же правда открылась через 4 года. Оказалось, что нападающий вообще не хотел переходить в Россию. От снега его тошнило, а из-за холода он вечно болел. Нигерийц просил агента не подписывать контракт, но после того, как, по его словам, было задействовано много людей и много денег, переход был завершен. Фанаты до сих пор благодарят Смородскую за такой трансфер.